Всем привет! С вами я, Сергей Малашенко и Green Time. Программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о возвращении легенды, так сказать, грозы авторитетов. Ротор Волгоград. И в завершение всего поговорим о юном таланте говорят, уже махачкалинского Анжи. Лосина Троуре. Ротор – гроза авторитетов 90-х годов. Команда из Волгограда давала бой столице в лице Спартака, ЦСКА, Локомотива, Динамо и Торпедо с питерским Зенитом. Не знали простых матчей с Есиповым и компанией. Все помнят Кубок УЕФА и бой на зеленом прямоугольнике с грозным Манчестером Фергюсона. Кто мог ожидать, что команда с непривычным названием для Европы и выйдет на газон с МЮ, сможет что-то противопоставить. А не смогли. 0-0 и 2-2 на Олд Траффорд. И это еще не все. Они вели в Манчестере со счетом 2-0. Но тогда не хватило опыта, чтобы одолеть красных дьяволов, которые никогда не останавливаются и будут играть при любом счете. Финал 99-го года тому подтверждение. Потому столь ценны эти ничьи. Но в 2004 году из-за финансовых трудностей Ротор для начала растерял половину состава, а добротного обновления не было. И в итоге, заняв последнее место в премьер-лиге, Ротор покидает ее. Но трудности не заканчиваются, а совершенно наоборот, только начинаются. В начале 2005 года Ротор был лишен статуса профессионального клуба. В 2006 был возрожден на базе футбольный клуб «Ротор-2», который раньше был фактически фарм-клубом. В 2006 по 2009 возрожденный «Ротор» выступал во втором дивизионе, однако в середине сезона 2009 года команда снялась с первенства и потеряла профессиональный статус. В 2010 году «Ротор» выступал в первом дивизионе. Это стало возможным в результате объединение с командой ПК «Волгоград», которая в сезоне 2009 года финишировала на третьем месте в южной зоне второго дивизиона, а зимой подала заявку на участие в первой лиге. О создании и выдвижении новой единой команды под названием «Ротор» от региона было заявлено 8 февраля 2010 года. Правда, по итогам первенства волгоградцы заняли 17 место и покинули под элиту. Но уже в 2012 году «Ротор» возвращается в первую лигу. Быть может, это возвращение великой команды с богатыми традициями, с хорошей историей и великолепным городом. Волгоград всегда жил футболом и обожал эту команду. Даже во втором дивизионе болельщики приходили на трибуны и смотрели футбол, который демонстрировала команда. Это был самый забитый стадион второй и первой лиги. Отличный пример для некоторых фанатов, которые считают, что команду можно смотреть, когда она только выигрывает. Сейчас все жители и администрация стараются на благо команды. Фанаты любят игроков, а игроки отвечают им взаимностью и показывают великолепный футбол. Ротор Волгоград, гроза авторитетов возвращается, вопрос времени. Но старые заслуги всегда будут помнить, и они останутся. И с командой, и с Волгоградом. Смотрите футбол, любите футбол. Ну а мы будем следить за Ротором в первой лиге. Надеемся на их возвращение. Ну а теперь откроем для себя ивуарийский алмаз. Так сказать, гигант на сцене. We play like we play. We be us. We be special. We smell greatness. We finish small. Yes, from the top. Массовая купля-продажа футболистов уже не в моде. Лидеры российского чемпионата предпочитают действовать точечно, усиливать проблемные позиции, либо покупая игроков на перспективу. Во внутреннем первенстве самым громким трансфером получился забивной нападающий из Кубани Лосина Троуре. Ивуариец наколотил почти два десятка голов и сделал 5 передач.
Дагестанский клуб не стал скупаться на жалкие 20 миллионов евро, попутно установив самый дорогой трансфер на 25 июля в чемпионате России. Старый новый талант для российского зрителя. Ласина Трауре родился 20 августа 1990 года в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Имея гражданство Буркина-Фасо, играет за Слонов. В раннем возрасте из всех видов спорта выбрал футбол. 203 сантиметра. Это рост забивного нападающего. Сказать, что Ласина сходу стал супер-бомбардиром, было бы преувеличение. За 27 матчей в двух сезонах всего 6 голов. Вопреки распространенному болельщикам мнению, что высокие форварды деревянные, Ласина демонстрирует чудеса гибкости. А голы в акробатических прыжках для него не редкость. Наглость африканцу не занимать, лезет на защитников как танк. Забивает и правый, и левый, демонстрирует технику, неплохо читает игру. Благодаря своим габаритам и великолепной технике он забивает такие голы, которые многие юркие форварды не всегда забьют. Еще один ощутимый плюс – это травмы. Они обходят его стороной. Из минусов стоит отметить, как и все молодые игроки, передерживает мяч. Хоть Петреско его направил играть в комбинационный футбол, но иногда корни брали свое, и Ласина творил шедевры в чемпионате России. Бывало, Трауре легче забить с острого угла или с лету, когда на нем висит несколько защитников, чем стопроцентный момент. Нестабильность. Слишком любит Ласина работать в оттяжке, караулить моменты и развивать атаки. Часто забивает, набегая на передовую, не давая защитнику времени на принятие верного позиционного решения. Вот и посмотрим, что ждет его самым звездным игроком российской премьер-лиги. Удачи тебе, Ласина Трауре! Ласина Трауре хорошо известен российскому зрителю за выступлением в Краснодарской Кубани. Теперь он будет играть в Анжи в паре со звездным Самуэлем Этуа. Посмотрим, получится ли у него это. Ну а мы подходим к завершению передачи. Увидимся через неделю и напоследок. Некоторые фанаты считают, что футбол – это жизнь. Если честно, меня расстраивает их позиция, потому что футбол – это больше, чем жизнь. Билл Шенк.